Где я захожу? Я в ты направо беги. Все, окей-доки. О, блин, ты что ж ты? Я в танцеле. Да я в танцеле. Машина не наш. Да, вот. НАС! Зло. Блядь! Демон, все подорвал. Я тебя ранил, Андрю? Можно их, да. Ну почему не убил-то? Ой, ты чё? Блядь, как же весь. Сука. Да сука, как? Как меня сразу убить? Блять, короче, надо автомат брать. Ты не наш танк, ты чё? Справа, справа, дави, дави его, дави. Ну, бля, это вообще справа. Было забавно. Я упал по текстуру, замечательно. Андрюха, ты ОБС так и не настроили мы тебе, да? Не. Надо ОБС настроить, ты чё? А чё за ОБС? Одна бабка сказала, что ли? Ну, в смысле, ну для записи видео, OBS, Open Broadcaster Studio. Так, спасибо. Мы, да блядь, идите нахуй, идите нахуй. Не пропускай его. Спасибо, брат. Да сука, засрать. Блядь, не надо. Я обоих обработал, но Олег меня Фронтовик. Где-то забрал, блядь, я не понимаю. Ты нас как? Фронтовик. Нет, надо обратно винтовщика брать, блядь. Сюдлик из Дорф попал. Зачем ты гранату под машину? Я решил ее взорвать. Она отказывалась ехать. Я сел на него и нажал на красавчик. Отятина. Фронтовик, блядь, какого хуя, блядь, фронтовик! Колю, я бежал, я таран. Колю, а фронтовик убил Колю, давай, выходим, выходим. О, воду упал. Блять, я понял, что за крыса. Крыса под названием танк, понятно? Он на лестнице на втором этаже. Это я! Кто он? Ты не в танке, блядь. Помогите мне. Хорошо, ты на лестнице на втором этаже, блядь, иди нахуй. Это не то, значит, ты не в том здании. Ух ты. Дима, да, получил блядь. Пизды, блядь. Иди нахуй. Блядь, убили меня, я помогите промазал. Помогите ему нишу с лагерем, хоть. Я промазал. Ну что с тобой делать теперь? Най-най-най. Когда кломба, я тебя запомнил. Давно? Да труднее вспомнить, блин. Там ушли, не захотели идти наверх. А, нет, вот идут. Да кто там идет? Давай, заходите. Нет, не идут. Да, зайдем. Лестница идет, да, я не знаю, как бы. Не пойдите, чтобы было ничего видно. Заходи, Олег! Я не держу лестницу, заходи. Правда тебе говорю, лестницу не держу. Держу после лестницы, лестницу не держу. Так, попробую логически мыслить теперь. Знаешь, что происходит? Не надо мыслить логически, вот. Да. Ах ты, спикер. Ну какого хуя, Олег? Зачем ты мыслишь логически? Это нечестно. Я тебе даю инфу, а ты мыслишь логически. Нельзя. Нельзя так, понимаешь? И вот тут клумба пораскинул кишками. Ты чё? Ой, откуда ты возник? Сторожа, справа. Я выбил лозы, пожалуйста. Давай. Не подвигайся, пусть он двигается. Посмотрим, куда он бежит. Садист, а, блядь. Садист, маньяк, а. Маньяк. Вот, поэтому космос, я думаю... Космос, блядь. Адольф Сталин... Убил, что ж мы это самое... так, что ты говоришь, что я прерывал? Там прямо это охуенно. Человек слева в развалинах есть какой-то тип. Нет, это что, Дима, вот левее, сзади, они там сзади будут. Левее, вот оттуда, да, от оттуда они будут идти все. Так что встречай их там. Случилось. Меня слышно? Да. Слышно? Ты где? Так, я стою на спауне, еду. Я тоже на спауне. Сав, ты хочешь пушку взорвать? Нет.
Давайте! Я хотел задать прикладом чувака, но пошли что-то получается. Кто-то... Ухуя творит, где твой будет? А вот свой его смог убить без проблем. Интересно. Опять его там снесут. Это я не меня проехал. Что приехал горящий танк, на самом деле его толкал по холму, не горящий нормальный танк, то есть как же вообще точно выглядит? Да, понятно, интересно. Такого еще никогда не видел. А что, чувак на броне сидит, и я по нему выстрелил, а он не умер. Надо по ней сидеть. Ну, не на броне, высунулся из люка такой. Может, ты просто не попал? Не знаю. Как можно не попасть? А, вот попал, Бакрис. Всё. Здравствуйте. Да что это такое, блядь? Как отольнуто от прицела? Почему он так медленно это делает? Ты уже понял, что вот медленно это да. Надо привыкать. Да-да, очень медленно все это. Таш, ты уже Олега обрабатывал, нет? Да, я обрабатывал скалами. Да так прикольно упал этот ящик. Ты на нем повис сначала, а потом у него скатился и крышку закрывай. О, так это же... Стоп, это же русские. Еще дело у нас на базе. Сверху, только дверь не открывается. Ебать, хорошо, сбираю, просыпаю. Бать, что у меня так лагает, пиздец, может какие-то лаги. А дверь не открывается, понятием. Вижу, ты вижу. Ты сам же спавнишься. Сав, граната, граната, сав. Отлично. Шкай, я его убил. Две гранаты, блять, в ТП. Куда нам? На зенитке наши? Пропушил пулечку по левой стороне, я тебе бежать. Ебать, я от бедра просажу, блять, пьяный. Да нахуй, пиздец. Блять, сав, еще слева. Пошлите захват. Слева. О, все, вынес. Ой, вернее, справа, блять. Захватом. Я вообще путаюсь, нахуй, извиняюсь заранее. Так, а что нас захватили? Какую точку? Ну правильно, блять, пошли туда. Пупс, блять, нахуй вышел, блять, пока я смотрел. Сав справа заходит с нами. Прямо там же вот сказал бы ты сразу, что. Я сразу же сказал, пупс вышел там, блять, ты слышал? Одного снял, тебе гранаты есть. Где там? Да. Там, где ты убивал людей. Могу добить, но... Извиняюсь, что точные координаты не дал. Вот я как бы тоже сразу пойдем, не сообразил, Саша, где я там. Пришел, пойдем. Прости, я немножко под шофе, поэтому точные координаты друг не дал. Да, блядь. Что значит, прости, я под шофе. Скажи, Дима, иди нахуй, блядь. Что за завезливый, блядь. Точно, блядь. Сука, это за танками? Дима, пожалуйста, меня... иди нахуй. Вежливо, но нахуй. Посмотри, скатался, блин, человек называет. До сих пор, сука, отойти не может. Дима, пожалуйста, иди нахуй. Блять, фронтовик меня взорвал. Хорош! Блять, у нас последнюю точку отхватывают, блять, быстрее, нахуй, рашим. Так давай назад. Блять, ебать, нахуй, просидись, бедра, блять. По танкам, по танкам. Скайс, где? А, вижу. Сейчас, сука, лимонку кину. А, ты убил. Убил. Давай поменяем, Саша, захватывай. Не попал. Наша. Центр наш. Захватим сейчас. И все там дофига бегут, Скай. Много пуху, бегут. Пуху, танками. Бегут. Точку взять. Да, пойдем. На, нахуй. Скай, здесь около двое, меня. Там еще двое. Только рхёта натляется. Ах ты, пидорас. Олег, ты пытаешься разобраться в смысле ников? Не-не, в названиях точек. А. Ой, блядь. Русский. Ебать от бедра нахуй насаживаю, только так, блядь. Пупс, держи лимонку. Блядь, ой. Пират, ну за что? Своей ручной гранатой нахуй. Я сказал, что не пропазу. Нет, не надо. Меня мамка не пустила. Давай, Коля, еще раз, давай. Не надо. Давай, Калюнь, еще раз. Оля. Ну ладно, иду тебя резать тогда. Не вовремя туда бежал туда.
Кто жопушник, блин? Коля мертв уже или нет? Нет, нет, нет. Вообще. Вот он тут пробежал. Нет, вот и Сава добрались. Сава с кто-нибудь подбежал. Блять, я пишу хуйню, как бежал в том месте, Сава. Нет, я перезаряжаюсь! Погоди! Погоди, блять! Не режь! Пидорас! Блять! А сколько стоит? Ай, не надо! О, хорош пират, получил от бедра. Короче, все, я понял. Скай на следующую игру не зовет. Иди нахуй. Скай, Скай, в следующую игру, блядь, два ствола. Два штыка, как ты сказал. Олег, я за тобой. А, ой, уже нет, судя по всему. Там Олег, там где-то... Там Коля, блядь. Пера себе, он тут творит, блядь, бил. А вот и я не знал, на самом деле, я думал наверху, он был не знал. Блядь, хорошо от бедра просто, блядь, я пьяный, блядь, хорошо под бедра просто. Вот теперь ты понимаешь меня, Коля? А, пират, блядь, я метился долго. Теперь ты меня понимаешь, Коля? Нет? Теперь ты меня понимаешь? Блядь, граната прилетела! Баба! Откуда, интересно, блядь? Ой, блядь! Кто это? Тус... Ой, блядь! Ты, сука, лёг, блядь! Прямо от твоей головы прилетел! Кунг-фу дождь такой был красивый. Красавчик. Блять, ну кто-нибудь из вас на С, сука, подойдет из вас долбоебов, блять. Почему я один нахуй? Никак нет. Может, потому что ты там один долбоеб такой, который на С пошел. Скай, Скай, речь его. Да блять, не кричи! Блять, Скай, меня граната летит! Нет! Блять! Да блять, меня сейчас убьют! А, это Джон был, это шафты что ли был? Да, там еще в здании второй был. А, бля, отлично, отличная текстура меня дернула. Класс. Блядь, а сколько у вас мне патронов нет, бля? Где бы на обоим? Я еще наверх лез, да, меня почему-то дернуло вниз. Это стыд работает. Вот как, я вообще даже вылез из-за спины. Меня, правда, не видно немного, но ладно. Вижу, справа бегает. Справа бегает, лег на дороге. Блядь, Андрюху убили. Как? У нас потери, блядь. Сав тебя снял. Он на дороге был. Да спасибо, Кэп. Я знаю, что Сав меня снял. Я спрашиваю, как, блядь? Отлично. Один справа, Дим. Один справа в деревьях. А теперь мы будем по часам захватывать. Да. Блядь, Сав. Держи, Дим, там точку. Я пошел резать. Не может. Да, я уже не могу, потому что мне Сав помог. Блядь, не надо. Блять! Откуда? Чернота? Да. Кто там гранаты? Блять! Джон, ты должен кидал гранаты. А, мы взяли С, отлично. Я прыгнуть не мог. Так я ноги пойду штуком, правильно? Да. Я смотрю, а это ты впритык, блять, стоял.